Доброго дня, шановні глядачі. Я рада вітати вас в ефірі телеканалу Миколаїв. В ефірі програма «Це вас хвилює». І, як завжди, по понеділках наші ефіри присвячені темі охорони здоров'я. До нас в студію приходять лікарі, фахівці, які відповідають на наші і ваші запитання. Сьогодні ми говоримо про діагностику та профілактику цукрового діабету. І якщо у вас є запитання із цієї теми, нагадую вам номер нашого телефону 76-92-42. Будь ласка, телефонуйте, ми у прямому ефірі. А відповіді на запитання надасть наша гостя. Сьогодні у нас в студії пані Наталя Ткаченко, обласний позаштатний ендокринолог. Доброго дня, пані Наталю. Добрий день. Я рада вітати вас у нашій студії. Тема, яку ми сьогодні порушуємо, надзвичайно важлива. Не випадково проходить День здоров'я, привертається увага громадськості до проблеми цукрового діабету. Якщо говорити про динаміку в Україні, в світі, чи зросла кількість хворих на цукровий діабет, взагалі про яку динаміку ми можемо говорити, і наскільки важливо сьогодні саме привертати увагу до профілактики? К сожалению, количество больных с сахарным диабетом увеличивается из года в год. По последним данным, которым приводил наш республиканский эндокринолог, эта информация такова. В 2015 году во всем мире болело 415 миллионов больных с сахарным диабетом. По статистическим данным, к 2040 году планируется, что таких больных будет уже 624 миллиона. То есть прогрессивный рост. И это рост во всем мире. Не только в странах с невысоким уровнем жизни, но и с самым высоким. То есть в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, как Европа. Опять же, по тем же статистическим данным, на сегодняшний день каждый 11-й человек болеет сахарным диабетом. А к 2040 году каждый 10-й человек будет болеть диабетом. Если ситуация не изменится, так? Если мы не найдем каких-то очень существенных рычагов влияния на это заболевание. Пока на сегодняшний день мы можем говорить только о профилактике и лечении уже выявленного диабета. А предупредить заболевание мы пока не в наших силах. Мы не можем этого сделать. Чим же ми можемо пояснити таку кількість, таке зростання кількості хворих? Змінився наш образ життя. Ми все більше кушаємо сладкого, мучного, кушаємо збиточно, більше, ніж ми тратимо енергії. А рухаємося ми мало, ми більше сидимо перед телевізором, перед якимись гаджетами, менше на свіжому повітрі, менше якихось фізичних нагрузок. И связывают вот именно с этим увеличение количества больных с сахарным диабетом, потому что наибольшее количество как раз прирост идет в странах с высоким уровнем жизни. То есть где... надлишкова вага є прямым шляхом до набуття цукрового діабету. Превышение калорийности питания над теми энергетическими расходами энергии, которые осуществляет человек в течение дня. И это ведет к избыточному весу или к ожирению, к тому, что не реализуется, не используется правильно та глюкоза, которая поступает в организм, она запасается в виде жира, а это создает, мешает нормально работать поджелудочной железе, создает устойчивость к инсулину, к собственному инсулину, и ведет к развитию сахарного диабета второго типа. Якщо говорити про профілактику, що ж має зробити кожна людина для того, щоб принаймні знизити ризик захворювання на цукровий діабет? Ну, тут, мабуть, говоримо одразу групи ризика. Які у нас існують групи ризика по сахарному діабету? Ну, во-первых, это те люди, которые имеют родственники, больные с сахарным диабетом. То есть генетическая схильность? Наследственная предрасположенность, да. И наследуется не сам сахарный диабет, мы должны это понимать, а наследуется состояние поджелудочной железы. Ведь каждому достается свое заболевание. И неспроста у человека появляется сахарный диабет, потому что он ложится там, где есть избыточная подкожная клетчатка, то есть это уже приобретенное нами со временем, ну и там, где есть какие-то дефекты работы поджелудочной железы. То есть небольшое количество клеток, вырабатывающих инсулин. А инсулин немножечко не такой активный, не так работающий в организме. И потом факторы, которые встречаются нам по жизни, это наше питание, это наши стрессы, это перенесенные заболевания. Ведь нередко диабет проявляется после каких-то очень тяжелых стрессов или после каких-то тяжелых инфекций. И мы имеем вот заболевание как таковое. Группа риска также являются, как я уже сказала, люди с избыточным весом. Люди, которые страдают артериальной гипертензией, перенесшие инфаркт-инсульт.
женщины, которые родили детей с весом больше 4 килограммов. Люди, страдающие заболеваниями печени, поджелудочной железы. Это тоже все относится к группе риска по сахарному диабету. Это люди, которые страдают какими-то грибковыми, инфекционными заболеваниями, которые очень трудно лечатся. И в этой группе очень часто, даже вот стоматологи очень часто нам больных с пародонтозами, гингивитами проверяют у них сахар крови и находят сахарный диабет. И сахарный диабет является причиной того, что другие заболевания плохо поддаются лечению. То есть вот эти группы риска требуют более тщательного обследования, контроля сахара крови и своевременного лечения. Ми ще обов'язково повернемося до такого питання, як протікання інших хвороб на фоні цукрового діабету. А зараз я хочу нагадати нашим глядачам номер нашого телефону 76-92-42. Ми у прямому ефірі, будь ласка, телефонуйте. Нагадую, сьогодні ми говоримо про профілактику та діагностику цукрового діабету. Продовжуючи тему груп ризику, ви сказали, що людям, які до них входять, необхідно регулярно проводити обстеження. Які ж саме обстеження це мають бути и как часто их потребно проводить? Как раз эти обследования, которые вот для этих групп риска, это являются и диагностическими обследованиями для выявления сахарного диабета. И по теперешним протоколам всем людям старше 45 лет раз в год нужно проверить свой сахар крови. Сахарный диабет очень легко выявить. Для этого нужно просто сделать сахар крови. Его делают все больницы нашей области, даже самые маленькие больницы. Делается это утром натощак, до еды. Хотя бы 8 часов до этого нужно не кушать, чтобы не было каких-то ночных подъеданий, потому что это внесет коррективы в результаты анализа. Может дать эпоху. Да, это может дать ложный результат, ложноположительный результат. Человек приходит в больницу, сдает утренний сахар крови, и затем уже интерпретация, это уже должен дать информацию доктор. Норма сахара крови от 3,3 до 5,5 ммоль на литр. И благодаря вот этому анализу мы очень быстро и легко можем поставить диагноз сахарный диабет. Повышение сахара крови выше 7 ммолей уже позволяет нам сразу поставить диагноз сахарный диабет, но переподтвердить его дополнительным исследованием, ну, чтобы не ошибиться. Если это показатель от 5,5 до 7 ммолей, то в таком случае мы делаем такое исследование, тест толерантности к глюкозе. И вот тем группам риска, о которых мы говорили, как раз и рекомендуется проводить тест толерантности к глюкозе. Расскажи, будь ласка, детальнейше про этот анализ и как его треба правильно сдавать. Этот анализ позволяет нам выявить скрытое течение диабета. Очень часто мы у человека проверяем сахар, он в порядке, а когда идет какое-то компрометирующее мероприятие, там, переедание вечером, какая-то стрессовая реакция, то поднимается сахар крови. Но мы не всегда же можем это контролировать, мы не посмотрим постоянно сахар крови. А вот тестом толерантности как раз мы нагружаем человека глюкозой, то есть проверяется вначале сахар натощак. Потом дается выпить 75 граммов сухой глюкозы, разведенной в теплой воде. И через 2 часа мы смотрим снова уровень сахара крови. В норме этот сахар крови не должен повышаться выше 7,8 ммолей. При диагностике сахарного диабета у нас сахар в крови повышается выше 11,1 ммолей. Все, что в промежутке до этого, между 7,8 и 11, мы ставим диагноз преддиабета, то есть нарушение толерантности к глюкозе. Выше 11 выставляется диагноз сахарного диабета. Тест проводится только в медицинских учреждениях. Только после первого тощакового теста, потому что если сахар будет повышен выше 7, то он уже не проводится. И обязательно этот человек должен быть здоров, не должно быть вирусной инфекции, каких-то катаральных явлений, не должно быть высокого артериального давления, человек должен быть отдохнувший и, как я уже говорила, не кушать хотя бы 8 часов. Дуже часто ми можемо почути про те, що тест на толерантність до глюкози призначають вагітним жінкам. Сьогодні це є обов'язковим обстеженням в ході вагітності. Чому така увага привертається саме до вагітних жінок? Чому важливо і чому цей аналіз включили до протоколу?
По статистике 7% больных, не больных, беременных женщин, потому что беременность – это не болезнь, это состояние, и страдают гестационным диабетом. Гестационный диабет – это особый диабет. Он появляется только во время беременности и исчезает с родами. Да, он может потом перетекать уже и в первый, и во второй тип диабета, но далеко не у всех женщин. А вот именно повышение сахара крови во время вынашивания беременности является угрозой как для матери, так и для ребенка. Это ведет к тому, что ребенок растет в сладкой среде, ребенок рождается очень крупным. Это может привести к осложнениям во время как вынашивания беременности и к прерыванию беременности, к гибели, внутриутробной гибели плода. Но чаще всего это ведет к крупным размерам плода. Наши женщины радуются, когда у них появляются гиганты выше, больше 4 килограммов веса, но, к сожалению, это не диагностированный гестационный сахарный диабет в большинстве случаев. И вот такие крупные дети ведут к тому, что идут тяжелые роды, страдает мать, страдает ребенок, и мы имеем очень серьезные последствия. Но это можно предупредить, и это можно избежать, если вовремя выявить. Поэтому по протоколам обследования беременной женщины после 20-й недели беременности обследуются все женщины с беременностью. И уже по результатам этого теста определяется группа риска для диабета. Тобто ми бачимо, що це не складний, але дуже інформативний аналіз, який допомагає нам своєчасно діагностувати діабет. Важливий момент – це симптоми. Часто ми розуміємо, що страждаємо на певне захворювання, відчувши ряд симптомів. Які ж знаки можуть зрозуміти, дати зрозуміти людині, що варто здати кров на цукор або глюкозотолерантний тест? Классическими проявлениями сахарного диабета есть жажда, учащенное мочеиспускание, зуд кожных покровов. Но на сегодняшний день многие заболевания изменили свое течение, в том числе и сахарный диабет. Мы не так часто видим эту классику симптомов. Не так часто больные обращаются вот именно с этими жалобами. Чаще всего это какая-то быстрая утомляемость, это какая-то разбитость, это какие-то незаживающие ранки на коже. Жажда, ну для жажды всегда находится объяснение. Я поел соленого, было очень жарко, еще что-то не так, и человек вот очень часто на симптом жажды не обращает внимания. Но вот такие маленькие симптомы, вы стали чаще болеть вирусными инфекциями. Это может быть снижение иммунитета на фоне сахарного диабета, скрытого сахарного диабета. То есть проверить сахар крови – это не составляет большого труда и большого такого объемного исследования. Поэтому если вот заподозрили у себя что-то неладное, нужно проверить сахар крови, и тогда очень много становится на свои места. В принципе, заболевание легко диагностируется, поэтому несложно его увидеть. Якщо говорити про діагностику, сьогодні досить доступним і широко використовуються домашні прилади для визначення рівня цукру у крові. Не для діагностики, для самоконтролю. Это большая разница. Для самоконтролю, я перепрошую. Глюкометри не применяются для діагностики сахарного діабета. Только лабораторная диагностика, потому что глюкометр делает из плазмы крови, капиллярной крови, а лаборатория делает из цельной крови. А чаще всего вообще требуется по протоколам постановка диагноза идет по венозной крови, по плазме венозной крови. Это наиболее точная диагностика сахарного диабета. Мы набираем из капиллярной крови и делает лаборатория. У глюкометра показатели будут выше. Тобто самому собі ставити діагноз не варто, спираючись лише на покази домашнього глюкометра. Це лише повод обратиться. Вот сделали вы глюкометром, у кого-то из друзей, у кого-то из родственников, возможно, есть глюкометр. У вас есть сомнения. Да, вы можете проверить, но потом сходите в лабораторию и перепроверьте. Убедитесь. Еще у нас появился новый тест, который позволяет нам очень хорошо определиться с диагностикой диабета и с правильностью контроля за последующим лечением диабета. Это такой тест толерантности это гликозилированный гемоглобин. Это показатель, скажем так, трехмесячный сахар. Зависит он от уровня гемоглобина в организме человека, который соединился с сахаром. Чем больше был уровень сахара в
крови, тем больше количество гемоглобина соединилось с этим сахаром, и тем больше этот показатель будет в данных, которые нам даст лаборатория. По нем мы оцениваем и впервые выявляем сахарный диабет, то мы можем оценить, это преддиабет или это уже сахарный диабет. И мы можем оценить, правильно ли мы лечим сахарный диабет, потому что в норме он должен быть не выше 6%, но начиная с 5,7% мы уже начинаем оценивать как преддиабет, а если показатель выше 9%, значит диабет лечится неправильно. Тобто це дозволяє ще й оцінити результативність, результат, правильність лікування. Правильність лічення. Повертаючись до теми самоконтролю, часто дійсно люди, які мають якісь підозри, віддають перевагу таким домашнім глюкометрам, роблять тест, бачать, що є перевищення, але ще зарано можливо говорити про цукровий діабет, можливо, мова лише про преддіабет. Що їм варто робити, яких заходів треба вжити для того, щоб не допустити загострення ситуації? Для того, щоб не було прогресування ситуації, щоб вовремя остановитися, якраз самим необхідним є те, що ми рекомендуємо і для профілактики, і навіть для діабета, який тільки виявлений, це модифікація образу життя. Що до цього відноситься? Це відноситься фізичні нагрузки, то, что самое сложное, заставить себя двигаться. Причем физические нагрузки не просто вот там раз в неделю отработать 2 часа в спортзале. Эта нагрузка неэффективна. Эффективны только нагрузки, которые даются регулярно, то есть каждый день или хотя бы через день, и не меньше, чем 30 минут. Ходьба 30 минут в день – это тоже физическая нагрузка. Это дает работу нашим мышцам. Когда мышцы работают, они съедают глюкозу, и сахар в крови снижается. Вот вам и профилактика сахарного диабета. Также к модификации образа жизни относятся наши диеты. Давайте нагадаємо, які продукти варто виключити зі свого раціону або максимально обмежити для того, щоб не ризикувати і знизити по можливості рівень цукру в крові. Ну, то, що ми запрещаємо нашим пацієнтам, це всі продукти, содержащі сахар. Сахар как таковой. Сахар однозначно нельзя. Используются или сахарозаменители. Нельзя сказать, что они полезны для здоровья, но в разумных количествах они, по крайней мере, не причинят такого вреда. Есть растительного происхождения сахарозаменители, которые продаются в аптеках. Продукты, в которые входит сахар, это йогурты с какими-то добавками сладкими, это тортики, пирожные, конфеты с сахаром. К сожалению, нашим пациентам не просто нежелательно, а противопоказано. Есть продукты, которые содержат фруктозу. Фруктоза – это тоже углевод, которая дает сладость продукту, но она не настолько повышает уровень сахара крови. Хотя если скушать в большом количестве, то сахар тоже повысится. Поэтому мы предлагаем вместо вот сладкого мучного продукты для диабетиков, которые продаются в большинстве супермаркетов в отделе для людей, страдающих диабетом. Мы советуем нашим пациентам кушать как можно больше овощей, включать это в свой рацион, чтобы большая миска овощей, мы всегда говорим, вот такая миска, стояла перед ним на завтрак, обед и ужин. Разумно подходить к фруктам. К сожалению, фрукты содержат довольно много сладкого. Особенно деякі фрукти, глюкозы ягоди и фруктозы. Особенно такие, как виноград, груша, персик, дыня. Эти фрукты мы просим кушать разумное количество в промежутках между приемами пищи, а не добавлять к основному приему пищи. И подход ладошки, то есть умеренность в употреблении. При таком употреблении вы получите достаточное количество витаминов, минералов, но не повредите своему уровню сахара крови. Также мы советуем употреблять хлеб только из муки, малообработанной, из темных сортов муки, с добавлением отруби, потому что это способствует и хорошей работе кишечника, и отруби адсорбируют на себя вредные вещества и выводят их из организма, но опять же в разумном количестве. То есть полбатона за один раз. Это очень много. Навіть с высевками есть не важно. Даже если это хлеб с высевками. Мы рекомендуем 25-21 граммов кусочек хлебушка и вот 2 кусочка хлебушка за один подход. А печенька, допустим, такое как галетная, мария, крекер, то есть не сладкие сорта печенья,
Это уже к чаю можно потом через 1,5-2 часа. То есть то, что мы обучаем наших пациентов, должен быть принцип не переедания. Еда должна быть распределена в течение дня небольшими порциями. Нерационально кушать один раз в день, но много, потому что это все должно где-то потом расходоваться. Если мы пришли домой и съели много, и съели все, что должны были съесть за целый день, потому что целый день ничего не ели, а потом лягли на диван смотреть телевизор, то куда же это все должно деться? Это только отложится у нас, потому что те калории, которые мы получили, они должны израсходоваться. Если эта энергия не расходуется, значит, она будет запасаться. Запасаться в виде чего? В виде жировой ткани. Эта жировая ткань потом откладывается на наших животах и бедрах и ведет к тому, что это нарушает работу печени, поджелудочной железы. Инсулина вырабатывается вроде бы достаточное количество, много, но он не может воздействовать и работать так, как он должен работать. Вот и потом мы получаем сахарный диабет. Поэтому распределение еды в течение дня способствует тому, что мы избегаем переедания в вечернее время и не перегружаем печень поджелудочную в ночь. Когда им хочется отдохнуть, они должны работать. Дякую за відповідь. У нас є запитання від глядачів. Алло, доброго дня. Доброго дня. Слухаємо вас, як вас звати, і поставте ваше запитання, будь ласка. Я болію діабетом 8 лет. Ось сейчас приймаю на таблетках діофармін. Утром принимаю, вечером 850 миллиграмм. Но у меня в последнее время сахар 5, 6, 5,8. Не продолжать пить так же самое или можно уменьшать? У вас прекрасные результаты, поэтому, пожалуйста, продолжайте так дальше принимать, соблюдайте диету. Если у вас только есть гипогликемия, тогда вы можете уменьшить дозировку диафармина до 500 миллиграммов. Но 850 – это средняя терапевтическая дозировка, и ваши показатели сахара крови не низкие, а нормальные, такие, как должны быть. Дякую за відповідь. Сподіваюся, що вона стала зрозумілою, повністю вичерпала цікавість нашого глядача. На завершення хотілося б ще звернути увагу тих, хто страждає на цукровий діабет, яким чином може ускладнитися протікання інших хвороб. Перепрошую, маємо ще одне запитання від глядачів, тому віддамо перевагу цьому. Алло, доброго дня. Алло, здравствуйте. Слухаємо вас, доброго дня. Я прошу прощения, я не с начала программы слушала вас. У меня вопрос к доктору. Может быть, вы уже отвечали на этот вопрос. У меня сваты больные диабетом, сахарным диабетом. Нужно ли проверять внука на сахарный диабет вот с того момента, когда он родился? Спасибо большое. Сахарный диабет – это как раз то, что мы говорили о том, что это группа риска по развитию сахарного диабета. Если ребенок не страдает избыточным весом, то можно быть спокойным. Если у ребенка избыточный вес, а на сегодняшний день у нас есть дети, страдающие вторым типом диабета, то есть диабет людей в возрасте, как раньше было принято считать, то тогда сахар крови нужно определять. В дальнейшем, когда ребенок вырастет, то есть необходимость ему чаще контролировать свой уровень сахара крови, а не ждать возраста 40 лет. И такому людям, которые есть родственники, больные сахарным диабетом, близкие родственники, все-таки лучше соблюдать диету и не употреблять большое количество сладкого. Ну, по принципу береженого Бог бережет. Поэтому зачем перегружать поджелудочную? Тобто, еще раз давайте подкреслимо, если у дитини бабуся и дедусь страждают на цукровий діабет, гострої потреби від народження контролювати рівень цукру немає, але варто стежити за харчуванням. Якщо немає збиточного веса і немає от тих симптомів, острих симптомів сахарного діабету, жажда, учащене мочеспускання. Тому що дуже часто я сталкиваюсь з парадоксальною ситуацією. Тетя болеє діабетом, папа болеє діабетом. У ребенка жажда, учащене мочеспускання, а сахар крові ребенку не перевіряють. Угу. Вот этого ні в коем случае нельзя допустити. І в будь-якому разі треба бути уважнішими до харчування і до способу життя, до активного способу життя. Да. Наостанок, буквально одна хвилина, дві у нас залишається. Яким чином цукровий діабет може впливати на протікання інших захворювань, на що звертати увагу в першу чергу?
К сожалению, при сахарном диабете атеросклероз имеет прогрессирующее течение. К чему ведет атеросклероз? Это развитие инфаркта, инсульта у таких пациентов. Наши пациенты с сахарным диабетом в два раза чаще страдают инфарктом и инсультом. А это тяжелейшие заболевания, которые ведут очень часто к смерти больного или к инвалидизации. То есть вот определение сахара крови и определение уровня холестерина и применение препаратов, снижающих уровень холестерина, на сегодняшний день прописывается, что как только у больного выявлен сахарный диабет и его возраст старше 40 лет, то назначаются препараты, снижающие уровень холестерина. Плюс, если сахарный диабет не компенсирован, то и тяжелее лечатся все другие заболевания. Нужно снижать уровень сахара, тогда все остальное будет протекать легче. Я дякую вам за відповіді. Час нашої програми добігає свого завершення. Прощаюся з вами до наступних зустрічей у нашій студії. Нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні гостем програми «Це вас хвилює» стала Наталя Ткаченко, обласний позаштатний ендокринолог. Я дякую всім за увагу і за участь у нашій програмі. Залишайтеся і надалі телеканалу Миколаїв. На все добре.